я поступил. Просто я был очень сомневался, что я поступлю куда-либо. Ну, повезло, и вот чудо. Ну, я не знаю, победа в различных конкурсах фортепианных, это тоже, можно сказать, чудо. Да, я встретил ту единственную, с которой я скоро женюсь. Я очень много раз опаздывала на рейс, но никогда их не пропускала. Всегда что-то происходило такое, что я могла улететь. Чтобы, если я оказываюсь в другом городе, я потеряла, всегда мне люди помогут. То есть такие мелочи, из которых складывается моя жизнь, они как бы наполнены такими маленькими чудесами, которые помогают мне выходить из сложных ситуаций и возвращают веру в жизнь.